Пацаны, вообще, ребята, всем привет. Мазда, шестая. Там аунонтик небольшой был. Та, что в морду жахнутая. Короче, она еще и градом побита. Вот если видно на блик. Надо поймать как-то вам, показать. Плохо, что Сонька без экрана не видно. Ну вот, короче, мятинки есть. Заказал. Это спирт, пацаны. Заказал клеевую. Будем пробовать заниматься ПДР с покрасочным ремонтом. Вот такой, короче, комплект. Вальчик может не царапать, чтобы точно уже не красить на полу. Сейчас распаковку сделаем. Так, значит, пакетик у нас такой пришел. Сейчас, парни. Что в комплекте? В комплекте клея, три черных, получается три таких желтых, пузырек для спирта, вот эта штука, которая подтягивает грибочки, ну поняли, сейчас чик-чик, и лопатка клей отклеивать, и куча грибочков разномагнитных, от самых маленьких до самых великих. Вот этот комплект, пацаны, 900 гривен я отдал. Будем надеяться, что... У меня на Ванасе, кстати, тоже градом побито. Сейчас попробуем, короче, налить сюда спирта. Купил спирта. Сейчас попробуем одну мятинку на капоте тут на мазе сделать. Посмотрим, как оно работает. Сейчас включимся. Я сейчас найду пистолет клеевой. Сунем клей, нальем спирта, уже подготовимся. Короче, полностью тряпочку возьмем. Все, сейчас включимся. Так, парни, короче, пистолет нашел. Клей пока обычный стоит. Тот, что во вроде там продается. Не то, что в комплекте. Но говорят, что они отличаются, вот эти клея. То есть под кузовной ремонт, типа надо кузовной клей, он типа якобы там дороже, и он типа классно клеится. Сейчас попробуем вот этим, если нет, тогда уже каким-то из тем попробуем. Короче, взяли с набора вот такой маленький грибочек. Спирт налил. Сейчас вот тут обезжирим вот эту поверхность. Я думаю, видно вот эту мятину. Вот эту. Сейчас я, короче, подсоединю камеру к телефону, чтобы я на экране видел, что я вам показываю. И тогда уже точно вам сфокусируют эту мятину. Сейчас мы ее спиртом об это и вот так приклеим грибочек. И этой штучкой будем пробовать срывать. Посмотрим, что получится у нас. Так, все, пацаны, подсоединил, короче, камеру к телефону. Ну, кто не знает, на Соньке, чтобы... Экрана же нету на Соньке. Вот, чтобы камера, чтобы, короче, телефон типа как экран был, чтобы я видел, что я вам снимаю, потому что на ней нету, короче, на Соньке, на самой экрана. Вот мятина у нас есть. Видите, она бликует. Сейчас будем пробовать, короче, клеить грибок. Сейчас со спиртиком все это дело. 96%. Спиртик есть. Так. Блин, одной рукой, конечно. Ну, это такие, пацаны, эксперименты. Потому что человек вообще хочет перекрасить полностью капот. Но если у меня получится вот этой штукой все сделать, то мы вот тут его рихтанем. Вот в этой области. Тут все равно стоит мухобойка. Вот тут тоже клеевой чпокнем. Тут стоит, тут я отрихтую, получается, а тут стоит мухобойка. Она закроет, вот этой мятины не будет. Вот это, где краска послазила, может, блядь, мы его так подтыкиваем. Типа, ну, чтобы человеку сэкономить денег. Потому что, как бы, ну, нахера платить. Я понимаю, что я сейчас возьму у него там за капот 7 тысяч, блядь, гривен. Скажу, все, 7 тысяч, давайте я делаю. Но зачем? Если я могу, допустим, попробовать так, если уже не получится, тогда будем красить. Но я ему еще об этом не говорил, он, типа, уже сразу красить. Сейчас посмотрим, если клеевой... все получится, то тогда не будем человеку красить, а будем вытягивать. Ну тоже, короче, за эту работу возьмем каких-то денег по-любому. Так, что у нас по итогу? Так, чтоб я видел, что я там снимаю. Ага, вот мятинка видно. Только я не знаю куда. Ну, наверное, на этот, на капот вот сюда приклеим сейчас. Чик, грибочек приклеился.
Все сейчас остынет. А мы сейчас, наверное, еще пару грибочков возьмем, хай пока остывает. Поприклеиваем там, где есть мятины, попробуем что-то у нас. Тут вот такие есть, вы поняли, что-то длинное там тянуть. Прикольный, короче, набор. А я еще в дальнейшем хочу купить такой же набор. Там есть обратный молоток, лампа вот эта ПДРочная, крючки там, ну, правда, он стоит там трешку. Ну, пока мне для таких нужд, как бы, и этот подойдет. Вот еще у нас такие маленькие есть грибки. Как раз для наших целей. Вот тут вообще маленькая. Я думаю, видно. Рич, хватит гавкать. Я видео снимаю людям. Оп, грибочек приклеился. Так. Где у нас еще такие? Ну, тут маленькая, правда. Сейчас мы его раз. Покрасить всегда, как бы, блядь, успеем. Красить это такое. Хочется научиться, пацаны, работать ПДРом. Это тоже неплохой, короче, вид заработка. Беспокрасочный ремонт. У меня, кстати, на Ланосе тоже, вон чуть-чуть, после града там есть мятинки. Буду на Ланосе на своем тренироваться. Так, вот это у нас уже типа застыло. Тут получается какой принцип? Вот тут эта штука цепляется за грибок, и ты потом... А тут регулируется высота. Вот сейчас ниже чуть-чуть опустим. Во. Тут, кстати, можно просто натягивать, а можно так вот рукой потом. Оп, сорвалось. Ну, клей, видать, хреновый. Дело в том, что сильно и не надо после града, чтобы оно там. Так. Ну, первый раз, пацаны, не судите строго. Короче, что спиртом? Спиртом раз, и этот клей, короче, отлипает. Спирта. Все, клей нафиг. Грибочки пока вот тут хай полежат. Ну, смотрите, пацаны, из трех две мы удалили, вот тут еще осталось. А сейчас еще сюда раз приклеим грибочек. Прикольная тема. Прикольно. И может оно еще первый раз типа плохо приклеивается, а потом... Может, грибочек сам тоже надо было обезжирить. Сейчас так приклеим. Где у нас еще? Вот там он глубокая есть сейчас. Давайте сейчас там приклеим. Та-тарам-тарам-тарам. А тут, кстати, может, надо взять и побольше. Блин, так не видно. Только что... А, вот так вот. Вот тут большая. Тут большая, вообще большая. Сейчас надо там спиртом попшакать. Ну, видно? Да, вот видите, какие тут две огромные прямо такие. Давайте их, наверное, сейчас и сделаем. Попробуем. Может, и красить не придется. Я бы такой за то, чтобы не красить. Потому что, ну, покрасить, развести сейчас этот... Ну, я умею красить, все, не проблема там. Где я тряпку дел, пацаны? А, вот она валяется. Покрасить сюда можно успеть. Но тут такая мятина, парни, дебелая, вот это особенно. Там, наверное, грибок надо какой-то такой побольше. Вот такой, наверное, оно. Потому что град был страшный. Побило, блядь, и стекло человеку разбило. Ну, я свою машину спрятал. У меня, короче... Град не побил мою машину. У меня на капоте следы от града. Вот я ее такую покупал, короче, со следами от града.
То есть у меня уже была она покоцанная. Поэтому... Ну, там тоже не везде, блядь, кое-где. Но тут не только капот. Я сейчас покажу вам. Сейчас, хай пока клей остывает. Смотрите, пацаны, крыша. Гляньте, какая вмятина. То есть, вот тут вообще, ну, прикиньте, какая градина была, что вот тут сделать вот такую вмятину. Ну, тут, понятно, там такие тот, тятки. Батон. Батон вообще, блядь, прямо. Я думаю, видно. Я вам вот так публикую, чтобы вы видели. И вот так вся она. Двери. Ну, с той стороны табачина сильнее, короче, покоцанная. Багажник вроде нет. А, багажник тоже вот все. Пару мятин есть. Ну что, пацаны, клей вроде подсох. Давайте опять вот эту сейчас додернем. Конечно, да, там еще есть молоточки вот эти, что тюкать надо, тюк-тюк-тюк. Но мы пока так пробуем. Пока пробуем так. Может, просто попробовать подкрутить вот так. Его же тоже типа вытягивает. Ну да. Подкрутить и постучать. Чтоб металл на место сел. Хер его, как оно там этим ПДРом заниматься. Это лампу надо, блин, покупать. Надо, наверное, короче, купить второй набор. Добавить бабок чуть-чуть. О, видите, тут уже приклеилось чуть лучше. Но есть еще блячок маленький, вот. Совсем-совсем маленький. Короче, есть вероятность, что мы красить не будем. Это радует. То есть совсем маленький блячок, вот если на лампочке. По сравнению с тем, что было, то это, конечно, небо и земля. Поставим камеру пока. А ну, давайте вот этот большую плямбу сейчас попробуем вытянуть. Прикол, что можно просто крутить, получается, оно его потянет. А можно так нажимаешь и его тоже вверх поднимаешь. Сейчас будем как-то. Первый раз, пацаны, я ж хер его знает, как оно работает. Самому интересно. Давно хотел купить этот набор. В Китае хотел заказать. Вот и вот такими движениями его надо подрачивать, короче, я так понял, чтобы оно металл на место стал. Еще, короче, смотрел видос, сказали, что чем раньше ты приедешь, тем лучше, потому что есть такая штука, как память металла. То есть, если ты сразу после града приехал, то быстрее эти мятины уходят. Если, типа, ты с ними уже поездил, эта мятина уже как бы прижилась, и тут ей тут нравится, ей уже сложнее будет, типа, вытащить. Ну, это пацаны, которые занимаются ПДРом, там, на Ютубе куча видосов. Они уже там, ну, я с их слов, короче, вам передаю. Я ж не знаю, как оно там. А тут было, блядь, приклеилось. Ух ты, шо, вот это мы дали жизни. А ну, давайте спиртиком жахнем. 96%. Красная шапочка. И шо, блядь, нихера, что ли? Видно, блик есть, да, еще? Да. Тут вроде вытянули, а тут маленький остался. Тут теперь надо маленьким грибком приклеить. Или мы еще хуже сделали, подняли. Тут мы, короче... Не, тут просто мятина. Сюда надо маленький сейчас. Тут мятинка у нас. Ну, вот эту большую плямбу уже, в принципе, тоже так... Достало неплохо. Короче, облепить теперь весь капот этими плямбами. И так потихоньку, таким макаром. Еще знаю, что феном надо, короче, греть. Чтобы металл был теплый. Он тогда как бы... Неудобно одной рукой пальцы. Металл тогда теплый. Он типа, когда разогретый, то лучше. Контакт отклеилась. Короче, когда вот так хрустит, меня аж подбросает.
Слепятина, короче. Не, клей, кстати, с Авророй тоже неплохо держит. Я так понял, что нормальная тема. Молоточки еще надо. Или по несколько раз просто приклеивать. Вот. Теперь мы тут сиську сделали. Теперь надо просаживать. О, сука, сиська теперь. А теперь надо брать молоточек и просаживать. Блин, у меня в комплекте нету. А там в комплекте были такой пластмассовый штырек. И по нему тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас что-то, блин, будем думать. Так, парни, ну, короче, тут надо чуть-чуть потренироваться. Потому что не надо еще купить эти штучки, чтобы чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. И будет четко. Так тема, конечно, хорошая. Может еще клей, блядь, быть в таким, каким-то не этим. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я хочу вот эту мятину поднять. И вот тут рихтануть можно сейчас. Молотком постучу, рихтану, а потом эту мятину поднять. Сейчас я рихтану, потом включимся. Шо, пацаны, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, блядь. Ой, все, блядь, поломал вот эту ручку. Тянул эту розовую штуку, что мы приклеили. Короче, ручка алюминиевая поломалась, прикиньте. А клей не отклеился. Теперь надо вот эту штуку, короче, переделать. Сделать сейчас с металла такую ручку сюда. Чтоб она тоже чик тянула, короче. Поняли? Да, китайцы, конечно, блядь. Ну, нельзя железо сделать. Нахуй с вот этого какого-то алюминия порошкового, блядь. Он же даже не плавленый, видно, а прессованный, и все. Так там усилия чуть-чуть было. Поньк, блядь, и все, и поломать. Шо, пойду сейчас переоденусь. Да, с какой-то косточки, с машиной сделаем сюда нормальную. Такую штуку, чтобы уже чик-чик. Ну, поломалась, не беда, надо ремонтировать, потому что надо работать этой штукой. Да, конечно, качество, блядь, за такие бабки. Ну, ничего, ничего. Купим следующий набор, в котором тоже будет такая штука. Будет куча грибочков, то есть я не расстраиваюсь. Зато я попробовал, это прикольная тема. Еще надо к этой штуке обратный молоток. Есть тоже обратный молоток с вот такой штукой. С вот таким зацепом. Чик. И ты его туф-туф. Сейчас, может, пойду закажу в интернете. Короче, тема. Не, сейчас переодену, сделаю эту запчастину, а потом уже будем дальше что-то думать. Так, парни, изготовил, короче, с этого вот такую деталь. Вроде как похоже. С этого, с косточки, короче. Вот тут такой. У меня от этих, от Honda, куча их. Потому что Honda за Honda идет. Сейчас соберем эту штуку, будем пробовать мятину ту равнять. Шо, парни, прикрутил, короче, сделал эту тему, все. Все вроде работает. Правда, теперь эта штука такая тяжелая. Ну, зато надежная. Потому что это, ну, потратил там час времени, но отреставрировал. Что сейчас буду пробовать, что сдергать. Уже аккуратно, чтобы еще что-то не отъебнуло. Потому что оно такое, я понял, тендитное все. Вообще сюда надо мост покупать. Там есть в комплекте, в других комплектах, те, что подороже. Там идет мост вот такой, чик-чик. Может быть, со временем закажем. Бачите, что происходит. Вот так вот, сейчас потихоньку, потихоньку. Опа. Хрусь отлепилась. Ну, уже меньше. Сейчас мы еще наклеим. Сейчас, пацаки, на моциках. Сейчас я включу заново клеевой пистолет. Пока все это делал, уже все повыключал. Короче, сейчас все подготовлю, включимся. Так, парни, подведем итог. По грибкам. В результате, что показал. Вот с вот такой плоскостью, выпуклой, самая четкая. И вот такого размера, это как раз вот этот грибок, самая четкая убирает мятины. Им самая четкая. То есть я уже, вот тут была там большая, вот там где-то поубирал, короче, вот эту большую. Почти тоже уже нет, ну тут еще поработать надо. Просто мне уже надо сейчас уезжать. И тут еще сейчас приклеить, если чпокнуть будет нормально. Тут краску снять, отспотерить, вот так в полоску покрасить.
сделать жесткий переход под скотч прямо. Тут мухобойка, все закроется. И все. Вот эти вмятины поубирать, полирнуть капот. И не надо ему красить ни хера. Крышу там может попробовать этим еще грибками подподдергать. Так что, пацаны, клевая эта тема. Надо будет заказывать дальше набор побольше. В Китае сейчас посмотрю, там, по-моему, дешевле. Там идет обратный молоток, лампа уже вот эта. Прикольная тема, надо будет заказать и буду заниматься, короче. Потому что сейчас уже надо отскочить, там до матери поехать по делам, времени нема. А так бы я бы за сегодня капот, может быть, и сделал бы. Ну, сегодня воскресенье, как бы выходной. Это так просто, что посылка пришла, и я решил сегодня чуть-чуть поработать. А так вообще-то выходной. Ладно, парни, все. По машине, по Мазде будет видос отдельно. Ну, я смонтирую, как там шо, когда будут радиаторы проезжать, как все мы будем красить там. Это будет видос отдельно. Все, парни, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайкосы.